у кого есть, а шурупы, естественно, взять и надежно прикрутить всю мебель в доме, ибо сейчас она будет у вас скакать, прыгать. Я подозреваю, в общем, во всех домах, во всех квартирах нашего города это начнется. Ибо далее у нас шоу барабанщиков «Заноза». В гостях Жанна, Рустам и Дмитрий за барабанами, за своим рабочим местом. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Есть какое-то название композиции сейчас, которую мы услышим, или просто зажжем? Просто зажжем. Поехали. Мне кажется, я сегодня весь день буду идти подпрыгивать и так блин. Пытаться постучать. Это было круто, конечно. Ребята, скажите, вот, меня всегда интересовало, вот в таких шоу барабанных, в какой степени, в какой доли это там импровизация, ну, при подготовке конкретного номера, в какой доли там это четко все просчитано, прописано там заранее? Ну, у нас прописан минимальный минус с битом. Mm-hmm. Ну, чтобы, то есть, был какой-то кач. А все остальное, что связано с барабанами, то есть, у нас все играется вживую абсолютно. Ну, то есть, вы не репетируете конкретно сейчас? Ну, когда-то репетировали. То есть, сейчас те, ну, скажем, треки, которые мы играем в основном, mm-hmm. когда ездим куда-то, мы их уже, ну, скажем так... Не репетируем, они у нас уже, ну, все уже четко, да. А если что-то новое, да, там какие-то задачи ставятся, то мы, естественно, собираемся там, готовимся, разбираем. А что по поводу, если говорить, куда-то ездите, отправляетесь в ближайшее время? Есть в планах походить другие регионы, города? Где можно посмотреть, послушать, да? У нас уже все расписано, ну, весь июль, уже до конца и август, то есть у нас там по плану. Абакан, Иркутск, Улан-Удэ, Чита. Ну, в Красноярске, естественно, тоже работаем. Новокузнецк. Ну, то есть все, что связано там от Новосибирска до Читы, вот в этом промежутке, как бы везде ездим.
Ну и я так понимаю, что вам утреннюю зарядку делать бессмысленно, и так держите себя в тонусе. Ну, да, потому что мы заканчиваем там работать, грубо говоря, в 3, а уже утром вставать там, готовить барабаны. Ну, есть какие-то секреты, чтобы поддерживать себя в тонусе? Потому что я вижу, что реально работа тяжелая физически. Да? Ну, мы потому что не просто сидим там, играем, мы стараемся подать свою игру в публике, вот, поэтому ну, выкладываемся на все 100. А, смотрю, палочки у вас тут запасные лежат в том числе. Они влетают, потому что у нас на умеет. Поэтому. Потому что есть элемент шоу, и не всегда можно уследить за палочками. Но да. Прерывать номер из этого тоже не стоит, поэтому всегда есть запасные. Да. Так успевайте что... за секунду схватить. Да, ну, да, сегодня просто почему-то не выронили. Да. Обычно играет с одной рукой и достается. Да, и доигрывается. Поэтому никто вроде не замечает, просто видит, что палки летают, а откуда вторая появляется, там третья и восьмая, это вообще неизвестно. А вот, ну, я думаю, наверное, у каждого музыканта есть какие-то, может быть, такие образцы, там, кумиры, там, кому стремишься, или там, с кого копируешь, или там, берешь какие-то такие секретики. Вот у вас в вашей отрасли сфере есть кто-то такой, ну, вот у меня просто на ум всегда приходят там японские барабанщики, знаменитые шоу, да? Как-то там что-то изучаете, может быть, элементы какие-то оттуда берете, или, не знаю, только свое и только свой путь? Да нет, ну, есть, собственно, первопроходчики в подобных шоу. Blue Man, американский коллектив. Да, а в основном специфика совершенно другая у тех же японских барабанщиков. Ну и тут требования к, собственно, к игре совершенно минимальные, так что тут, в принципе, без разницы. Просто нужно уметь, ну и основы. Ну а вообще легко научиться? А? Легко научиться играть? Нет. Если... Она до сих пор не умеет. Если ну, проявить ладно. Упорство, то, конечно же, легко. А если думать, что типа взял палки и ты уже начал играть, ну это глупость. Ну а можно попробовать? Да, можете подходите, показать, конечно. Что как нужно сделать так, чтобы... я понимаю, не как, конечно, у вас получилось, но с чего начинать? Подождайте, палочки. Что-то получилось толковое. Так. Ну... Так, новое шоу уже образовалось. Потом совершить такое движение и... Ну, собственно... Есть разница, куда бить, в центр? Да, там, или куда? Да, самый, конечно, основной звук по центру, но в зависимости от того, чем дальше от центра, тем разница. Я так громче звучу. Я тебя перекрываю. А что здесь случается? Здесь еще ниже звук. У нас они отличаются именно по тому месту. Так, ну и... Сильно бьете, страшно? Да, можно не быть. То есть тут бояться нечего. Ну давайте мы вам рисунок покажем, а давай идем повторите, Дим, покажи какой-нибудь такой. Повторите. А вы, да, вот вы покажем. Вставайте, вставайте. Давайте. Как бы все, вы намотались. То есть нужно повторять сейчас? Да, сейчас. Давайте. Что вы делаете? Сейчас подождите. Но у вас уже получается. Покажу вершину мастерства. Да. Вот вы тоже туда ударите. Давайте на счет. На счет. Давай. Раз, два. Вот именно этим занимаешься. Ладно. Все равно мы уже научились. Немножко получилось. Мы пошли, а вы продолжайте. Ну ладно, мы порепетируем, потом, когда еще раз придете, мы вместе с вами выступать. Спасибо. Спасибо. Шоу барабанщиков «Заноза» было в гостях. Далее у нас реклама на очереди.